Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента России. Глава региона доложил Владимиру Путину об успехах рабочей группы по экологии при Госсовете. А зампред правительства России Виктория Абрамченко поблагодарила Глеба Никитина за совместную работу и активную позицию в работе по определению национальных целей и их декомпозиции на регионы. Губернатор Нижегородской области, в свою очередь, отметил более высокую эффективность работы Государственного совета в качестве конституционного органа. Все показатели верхнего уровня, которые сегодня обсуждались, они уже с помощью, кстати, рабочих групп разложены по регионам. То есть по каждому региону можно увидеть свою декомпозицию. И обеспечен соответствующий контроль по времени и датам. Это все результаты работы нового нашего конституционного органа. Объем сортировки твердых коммунальных отходов за ближайшую трехлетку должен увеличиться почти в два раза таких отходов. А объем отходов, отправляемых на утилизацию, увеличится в 2,3 раза до 2023 года, то есть за ближайшую трехлетку. Это, естественно, приводит к сокращению отправления этих отходов на полигоны.